«Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Парикмахерская. Парикмахерские. Парикмахерские и салоны оптики. Парикмахерские да оптики салон влак. Парикмахерские и салоны оптики. Парикмахерские да оптики салон влак. Парикмахерские и салоны оптики в Башкирии начнут работать на этой неделе. Тиде арняште, пошкартелаште, парикмахерские да оптики салон влак пашамашташ тингалат. Парикмахерские и салоны оптики в Башкирии начнут работать на этой неделе. Тиде арняште, пошкартелаште, парикмахерские да оптики салон влак пашамашташ тингалат. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски».